В мае нам предстоит отпраздновать 70 лет со дня победы над нацистской Германией. И вот есть небольшая новость. Видимо, 9 мая все-таки в Екатеринбурге не будет военного парада. Сейчас узнаем, почему. А еще узнаем, как можно повлиять на проведение этого праздника. У нас в гостях члены Общественной палаты Екатеринбурга Яков Спектр, Ольга Гапонец и Сергей Федяков. Здравствуйте, господа и Ольга Андреевна. Я хочу вас спросить, а что, в чем проблема с парадом? Почему там, цитируя одного из участников общественной палаты, скажу, что с авиашоу мы можем пролететь. Вот такой каламбур. Что там, в чем затруднение? Прежде чем... Пройдет или нет авиация, это решает командование округом. Угу. Значит, какое решение примут, мы еще пока точно не знаем. Все может измениться еще впереди апрель, но парад такой, как положен, согласно указу президента Российской Федерации, будет у нас обязательно. И самая современная техника пройдет. Мы сейчас договариваемся, чтобы еще, кроме того, чтобы парад, чтобы еще была выставка техники. Это вопрос обучения, патриотического воспитания молодежи. Конечно, мы бы хотели, чтобы на площади 5-го года выстроилась современная сегодня военная техника. Парад будет, не обязательно будет авиашоу, понятно. Хорошо, а что самое важное, какое событие будет в эти дни? Открытие Широкореченского мемориала, ну то есть две точки, Широкая речка и 905-й год? Да, да. Ну давайте я могу на этот вопрос, в общем-то, собственно говоря, пояснить. Действительно, очень важное и очень интересное событие будет в этом году. Это зажжение вечного огня на Широкореченском мемориале. Там сейчас готов уже как бы художественный стенд большой, который сделал художественный наш фонд. И в этом отношении там отражены 6 этапов истории Великой Отечественной войны. И 28-го, вот в этом году праздники пройдут очень в протяженном как бы, временном этапе. 28 апреля уже наша делегация Екатеринбурга поедет в Москву к вечному огню в Москву и оттуда заберут вечный огонь, чтобы открыть 5 мая на широкой речке, на Широкореченском мемориале огонь во славу наших павших воинов. Слушайте, вот это вообще самая, если позволено, сомнительная часть этого праздника. Может быть, та самая ложка дегтя, потому что я понимаю, как причудливо смешался священный огонь Иерусалима с олимпийским огнем, и это превратилось в эту идею привезти из Москвы. Но там вообще-то в Александрийском сквере, в этом саду у стен Кремля, ничего священного в этом огне нет. Почему надо было из Москвы везти, почему не зажечь просто? Это же не религиозный символ, это там никакой традиции РПЦ нет. Люди, умиравшие во Второй мировой войне, они бы этого не поняли. Это какая-то странная смесь ритуалов. Это вообще кому в голову пришло и ни у кого не вызвало это сомнение из общественников? Ну вот у меня не вызвало по одной причине. Во-первых, очень четко проработана сама программа и вплоть до того, что месседжи даже праздника. То есть мы видим там 3 слова: патриотизм, подвиг и память. В отношении памяти, конечно, огонь, который мы сейчас обсуждаем, это огонь с могилы неизвестного солдата. Если мы говорим про некую даже религиозность этого места, то там такая тропа намолена к этому огню, и главы всех государств, и простой народ приходит, у которого нет обозначения, где погиб отец, там дед или еще кто-то, он возлагает цветы к этому огню. Поэтому этот огонь священен, и это не просто горелка газовая. Здесь сам ритуал как раз очень важен. Мы можем, конечно, здесь зажечь просто газовую горелку, но как раз память передать вот эту, с намоленного этого места. Не знаю, кто из нас сейчас кощунник. Я когда говорю, что он не священный, или вы говорите, что это газовая горелка, когда вы говорите, что это не просто газовая горелка, и таким образом отменяя все вечные огни по всей стране, потому что там-то не кремлевский огонь, там-то как-то люди без проблем зажигают и все. Но я не знаю, кто где как зажигает. Просто этот огонь, который мы зажигаем здесь, он священный. Я не обсуждаю огни, какие есть, не знаю, там в Тамбове или Воронеже. Там, может быть, их и нет. Я не знаю.
Хорошо, давайте про идеологический аспект сейчас еще поговорим. Нам Лев Кощеев поможет задать, уже не как книголюб, а как член общественной палаты, небольшой тон. У него есть мысль по поводу идеологического аспекта празднования Дня Победы в Екатеринбурге. Я все-таки убежден, и, наверное, и чиновников к этому призываю, там, пользуясь телеэкраном, и рядовых людей. Я все-таки считаю, что вот празднование Победы – это в том числе празднование заслуг тыла. И Свердловск – это тот город, как и Нижний Тагил, как и Челябинск, где это обязательно нужно делать. И я обращаюсь к рядовым людям не просто потому, что, ну, там, зайдите к соседу, поздравьте. А, как я уже сказал, ну, это некая открытая структура, как там ученые говорят, потому что у нас же мероприятия не обязаны быть там согласованными, включенными куда-то там. То есть если у вас есть идея, тоже вот мы предварительно разговаривали с управлением культуры, ну такой вопрос, как мероприятие по вкладу, по чествованию вклада отдельных предприятий в победу тех, которые давно существуют. Ну, понятно, что это по большей части вопрос самого предприятия, если оно не ликвидировано к сегодняшнему дню. Но предприятие – это же не только директор, это еще конкретные сотрудники. То есть никто не мешает там сотруднику железной дороги встать и сказать: ребята, ну вот мы же тут перевозили грузы, вот наших, в смысле, предшественники. Это же огромный вклад, давайте об этом вспомним, давайте устроим празднование. Там не какое-то протокольное, там, три гвоздички, выпили чая. Именно вспомним, как это делалось. Вот смотрите, Лев Кощеев говорит, что раз у нас город труженик, то нужно в первую очередь чествовать тружеников тыла, а мы как-то все равно нас тянет к священному огню в центр, в Кремль, и как-то унифицироваться вместе со всей страной. Мы не должны забывать, что отсюда формировался Уральский добровольческий танковый корпус, что первые танки, они шли на фронт отсюда, с Уралмашзавода. И нужно еще сказать, что самое главное это поездка, это то, что ветераны, представители всех слоев населения города Екатеринбурга побывают на самом священном месте, это месте, где был парад Победы в 1945 году. Ну, то есть, и вот не, эта вот не память, огонь, не столько огонь, конечно, даже, сколько это посетить. Еще и память, значит, та память, которая должна быть у каждого, что именно Победа и парад Победы прошел именно на этой, на площади возле Кремля, на Красной площади. И поэтому, конечно, сегодня тысячи, десятки тысяч людей хотят попасть на парад Победы, но это невозможно. И вот есть возможность делегации от города Екатеринбурга побывать именно на том месте, где прошел парад Победы, и быть на могиле неизвестного солдата, да, и оттуда привезти именно в Екатеринбург в годовщину 70-летия Победы над фашистской Германией, именно привезти огонь. Вот это вот самое главное. Не просто за огнем поехали, а вот вместе это единое мероприятие. Хорошо, вы все вместе меня убедили по этому поводу. А у нас из ветеранов кто поедет? И на Красной площади будет, собственно, 9 мая. Там же по очень предложению ветеранских организаций. Ну, то есть, да, пока неизвестно, там же очень небольшое количество людей. Чуть ли не один известно, человек, не просто туда попасть. Делегация. Там же охранная зона. Естественно, не каждый человек туда попадет, особенно перед праздником, перед Днем Победы. И, конечно, это согласование с определенными службами, которые поддерживают данный режимный объект. А у нас, по данным ветеранских организаций, сколько сейчас, собственно, участников боевых действий живет в Екатеринбурге, ну и, может быть, области? Очень немного. К сожалению, время уже такое, что на сегодняшний день в Екатеринбурге 1600 ветеранов Великой Отечественной войны. Это не считая тружеников. Участников боевых действий. Труженики, именно. Труженики тыла, вместе с ними порядка 19 тысяч. И, к сожалению, эта цифра убывает. И поэтому я считаю, что они должны получить ту дань уважения, которую они заслужили.
Хорошо, вы обсуждали же, наверное, тоже какие-то бытовые дела сегодня в общественной палате. Кроме того, что фонтаны 4, кажется, штуки заработают к 9 мая, что еще будет вот из такого, из благоустроительного? Ну, в каждом районе есть соответствующий памятник, который посвящен Великой Отечественной войне. Около этого памятника пройдут митинги в районах, и каждая площадь будет дополнительно благоустроена. Во всех районах будут памятники и памятные доски подновлены, обновлены и благоустроены. Еще хотелось бы сказать, что в каждом районе не останется без внимания каждый ветеран, потому что, к сожалению, сегодня можно, только посетив на дому данного ветерана, поздравить его с Днем Победы. Волонтеры поедут. Я бы так сказал, что волонтеры, они будут сопровождать, но ветеранов будут посещать и руководители администрации районов, вот, общественные, руководители общественных организаций. Я вам приведу пример, что Совет ветеранов Уралмашзавода, они побывают у каждого ветерана Великой Отечественной войны на дому, значит, организуют подарки. И, конечно, это происходит, в общем-то, не только к 70-летию, это происходит каждый ежегодно. То есть это но обычно не просто на круглую это... дату дают памятную медаль и небольшое денежное, не сказать, вознаграждение это... с помощью вставания. В этом году что будет? Тоже будет памятная медаль? Вы знаете, деньги? Памятные медали уже начали, как говорится, вручать. Это через районные администрации делается в праздничной атмосфере. Вот я была вчера в Центре культуры Верхесецкий на вручении медали как раз вот ветеранам и труженикам тыла. Там, в общем-то, прошла в очень торжественной обстановке. Практически полный зал был не только самих ветеранов, но и тех, кто их поддерживает, родных и близких, и школьников. А я правильно понимаю, что в организации праздника принимает участие федеральный центр и город Екатеринбург как муниципалитет, что со стороны области там какая-то очень минимальная помощь и финансирование? Ну, я бы не сказал, и федеральный центр, и область действует в пределах той программы и того плана, который имеется и всероссийский, и региональный, и областной, и городской, имеется план. В рамках этого плана делается все для того, чтобы достойно провести 70-летие Победы именно в городе Екатеринбурге. Давайте про хозяйственные части тоже посмотрим выступление вашего коллеги, человек, который в общественной палате отвечает за благоустройство, Владимир Кардашин. На сегодняшний день вопросы благоустройства и чистоты – это всего лишь производное финансирование. Вот. Чем больше будет выделяться средств, значит, возможно, без регионального бюджета, то никаких проблем сделать город, потому что, ну, вопрос же в бюджетной обеспеченности. Вот. И, например, если посмотреть, какие суммы выделяются на благоустройство, на уборку в той же Москве и в Санкт-Петербурге, там вполне могут работать коммерческие клининговые компании и зарабатывать даже на этом какую-то свою небольшую прибыль. Мы этого позволить как бы не можем, поэтому вот в чистоту должны быть вовлечены все. Мы не должны сами парковаться на газонах, растаскивая тем самым грязь на городские улицы. Мы, наверное, каждый может помыть машину, чтобы куски грязи с нее не отваливались на проезжую часть и на тротуары. Немножко, да, вопросов от зрителей. Говорят, в этом году будет авиация, что именно так, это мы обсудили, простите. А как ветераны будут задействованы в параде? Их вообще сколько осталось, мы знаем. А как будут задействованы, вы сейчас ответите, но после телефонного звонка. Алло, здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Добрый, как вас зовут? Меня зовут Евгений. Евгений, очень приятно, спрашивайте. Очень хотелось узнать, для госпиталя ветеранов войн что-то будут какие-то мероприятия проводиться в День Победы? Например, как что? У памятника на Широкой речке?
В самом госпитале ведь там лежат в основном те люди, которые вот реально... Которые погибли от ран, да. Да-да-да. В смысле памятник. Хорошо, понятно. Я думаю, что вам отвечать. Ну, во-первых, 7 мая в 10 часов утра на Михайловском кладбище будет митинг памяти воинов, умерших от ран в госпиталях Свердловска. А Евгений, мы же уточнили, я еще раз, согласно вот плана областного правительства, Евгений, губернатора Свердловска, я еще раз говорю, будет посещение госпиталя, это делается и в этот раз городе, будет. И участвует и делегация города Екатеринбурга, и, значит, губернатор Свердловской области, председатель правительства, члены, депутаты областного законодательного собрания и городской думы посещают госпиталь для инвалидов войн, как у нас госпиталь. Значит, и в каждую палату заходят и поздравляют, и вручают подарки. А то кто есть там это сейчас будет? В госпитале ветеранов? Ну, то есть там же люди не только с болезнями там, конечно, лежат, там еще сегодня планы. Лежат те, которые защищали Родину не только в Великой Отечественной войне, которые участвовали в боевых действиях, и Афганы, и Чечня, и так дальше. Более того, я бы хотела сказать, что это акция не только сегодняшнего года, 70-летия. Это ежегодная акция, когда госпиталь инвалидов войны посещают и городские, и областные власти. Это обязательный ритуал уже после парада. Вот хотелось бы сказать, то, что будет впервые, то, что не было, это вот в историческом сквере 7, 8 и 9 пройдут проекты «Уроки мужества, славы и победы». Это первый, тут там тут будет. Есть вопрос про воспитательный момент. Это на юношей и детей рассчитано? Да, рассчитано. И мало того, вот, например, будет этот проект идти с 19 до 21, а в 21.00 будет демонстрироваться, в историческом сквере будет демонстрироваться фильмы о войне. Это 7 и 8. А 9 в 21 будет галоконцерт после этого. Хорошо, я предлагаю поговорить еще про неофициальную часть, тем более, что тут на сайте есть вопрос про байкера-хирурга, но пусть нам тон задаст вице-спикер Сергей Тушин, он как раз про неофициальную, неформальную часть праздника рассказывал. В Екатеринбурге, помимо тех мероприятий, которые организуются муниципалитетом, очень много акций, очень много мероприятий проводятся по инициативе общественности. Это общественные инициативы. Но я вычленю хотя бы некоторые из них. Реконструкция боев времен Великой Отечественной войны, которые активистами общественного объединения «Горный щит» организуются и проводятся. Они проводятся ежегодно. Другое дело, что сегодня другой масштаб. Не буду скрывать, у меня есть самого желания, ну, с учетом того, что я себе форму такую подготовил, принять участие в реконструкции вот в этих вот боев. У меня форма лейтенанта пехоты. Есть инициатива лиц, в том числе представителей Народного фронта, организовать байк-пробег по территории Екатеринбурга с организацией, в том числе, праздничного концерта на территории ЦПКО и возложением цветов к памяти одному из памятников. Кстати, вот у нас именно в память одного из памятников, которые посвящены Второй мировой войне, там как раз в ЦПКО расположен памятник разведчикам-мотоциклистам. Пройдет традиционный городской фестиваль ветеранских хоров. 4 мая финальное мероприятие будет проходить в киноконцертном театре «Космос». Это и одновременно красивое, и одновременно очень трогательное мероприятие, где каждый год это аншлаг, каждый год это битком забитый зал, ветераны, которые приходят вместе со своими внуками, теперь уже правнуками, поют те песни, которые для них важны, с которых они воспитывались. Это очень красивое зрелище.
Сергей, ну вот, конечно, про хирурга Золдостанова много вопросов, может быть, даже не заданных. А почему нам так повезло-то с ним? Вот Матильда Пряникова спрашивает, расскажите про историю с хирургом, зачем это, какие войска он символизирует? Ну, кроме того, что он, как выяснилось недавно, защитник и освободитель Крыма, почему он в Екатеринбурге будет? Ну, здесь исторические корни надо какие-то искать. По сути, я не смогу, наверное, ответить на этот вопрос точно. Лучше не вводить в заблуждение. Лучше у самого хирурга спросить. Хорошо, да. Прямо с мотоциклами сюда. Дело в том, что байкеры, они являются как бы вот, взяли на себя роль наследников того мотоциклетного корпуса, который был приписан к танковому корпусу нашему УДТК. Поэтому они же ведь и танкисты, и мотоциклисты, они были в одной, как бы в одном корпусе. Вот. И поэтому байкеры взяли на себя, ну что ли, вот такую функцию и ухаживать за памятником, и в этот самый приходить и возлагать цветы, и отдавать дань мотоциклистам, которые воевали в Великой Отечественной войне. Это в Уральском добровольческом танковом корпусе был разведывательный батальон мотоциклистов. Да. Вот откуда пошло. Хорошо, с байкерами разобрались. А что еще из неофициальной программы будет? Ну, понятно, что будет бессмертный полк, будет большой, красивый, шикарный, я бы сказал, проект под названием «Вальс Победы». И, кстати, коллеги с 41-го канала участвуют в этом проекте, он широко будет освещаться. Что еще будет из большого, масштабного, красивого? Не, ну, неофициально. Да, будет митинг реквием, вспомнив всех поименно. Значит, сегодня готовится два, например, насколько я знаю, пока два фотоателье, которые могут по просьбе каждого жителя города Екатеринбурга, если у него есть какая-то фотография, сделать фотоувеличение. И вот соберутся вместе с фотографиями уже внуки, правнуки, праправнуки, которые действительно будут показывать, что их деды, прадеды воевали и защищали Родину. Угу. Что сегодня еще? Просто увеличивается этот именно размах этой акции. Если раньше ну, там порядка что-то 7, по-моему, тысяч было таких фотографий, ну, условно говоря, прислано. Сегодня это уже более 10 тысяч. Понятно. Огонек победы вот пройдет. Ну вот если говорить о гражданских таких вот общественных организациях, вот общественная организация Союза женщин, она организует встречу женщин, участниц Великой Отечественной войны и тружениц тыла. И мы туда привлекаем не только, допустим, вот старшее поколение, но и пытаемся еще вводить и молодое поколение женщин, которые, медсестры, участвовали там в войне, значит, и в Чечне, и в Афгане. То есть уже как бы подтягивать новый вот этот вот слой военных женщин, которые все-таки посвятили вот свои какие-то вот дела нашей Родине, то есть отстаиванию интересов Родины вот в конфликтах. Вот в этих, вот не только в Великой Отечественной войне. Вот мне понравилась инициатива Уральского университета. Они когда собираются там корпоративно для решения там, корпоративных как раз задач, использована, допустим, премьера фильма «Битва за Севастополь». Угу. Можно было бы выбрать что-то другое, но они целенаправленно вот собираются именно посмотреть это еще кино. Я считаю, это тоже правильная и хорошая инициатива. И еще, вот сегодня все памятные даты, это в этом году, и День строителя, там, и другие даты по профессиям, они проходят в рамках именно 70-летия Победы. То есть на каждом мероприятии именно звучит... Этого года именно звучит вот памятная дата 70 лет победы над фашистской Германией. Кстати, это сегодня вот прозвучало на общественной палате. Именно вот этот вот вопрос. Понятно. Этот разговор можно было бы считать завершенным, но я хочу его несколько опрокинуть, потому что он очень официозный у нас получился. А есть у вас
каждого из вас человек, которого вы могли бы упомянуть в связи с этим праздником. Не обязательно живой, не обязательно, который сможет участвовать в этом Дне Победы. Ну вот по одной истории, желательно, конечно, про живущего горожанина. Вы знаете какого-то ветерана, вот, который для вас в этот день будет главным человеком? Ну вот я знаю ветерана, как раз сегодня задали вопрос именно строители о том, чтобы посвятить День строителя и с символикой юбилея Победы. Вот Мира Леонтьевна Шварц, которая сейчас уже к 80 годам, 81 год, сегодня ей день рождения. Еще раз, Мира Леонтьевна, поздравляю вас. И в этом отношении, вот вы понимаете, то есть вот ветеран строительной отрасли, который этот самый, тоже и в войну, значит, был на своем посту, здесь выстраивал какие-то свои... свой вклад внес в победу. И сейчас еще работает, и сейчас еще полна энергии. И сегодня она тоже, в общем-то, откликается и на все наши просьбы быть вместе с ветеранами в этом празднике. Хорошо. В этом праздновании. Вам вопрос, только я прошу очень коротко, к сожалению, времени домой. Очень коротко скажу. Я, например, в этот день обязательно подниму стопочку за моего деда, который погиб под Сталинградом, и в честь его меня назвали. За моего отца, за мою мать, которые были участниками Великой Отечественной войны и не дожили до 70-летия. Сергей Владимирович. Ну, я помимо своих родственников, кто тоже уже не живет, а за живущего это Карл Арнольдович Шпенберг. Это киномеханик, который был в кинотеатре «Салют». У него есть своя историческая такая вот миссия. Он был личным киномехаником Жукова здесь, поэтому... Это такой для нас, для нашего предприятия кинотеатра святой человек. И 9 мая без него весь коллектив не мыслит. Поэтому, конечно, мы ему будем и тосты говорить, и приглашать, и все, что возможно для него сделать, делать. Спасибо за этот разговор, спасибо за то, что делали сегодня днем, когда обсуждали праздник. Мы спрашивали сегодня на сайте, как вы будете отмечать юбилей Победы. Варианты были такие. В городе пойду на парад, и он занял первое место. Больше всего людей проголосовали за него. На втором месте никак, это просто выходной. И на третьем месте с близкими, это личный праздник. Надеюсь, что вы после этого эфира поменяли свое мнение, особенно после последнего аккорда, когда услышали личные ноты.